Этот человек, 22-летний Самир Мехтиев, уроженец Тюменской области, был остановлен сотрудниками полиции на улице для проверки документов. В ходе личного досмотра неожиданно выяснилось, что мужчина имеет при себе сразу два пистолета, переделанный под боевой патрон пневматический и травматический иностранного производства. Вразумительных объяснений о причинах такого серьезного вооружения задержанный полицейским не дал. За что задержаны? Знаете же. Ну, я, может, и знаю, я от вас хочу слышать. Я же адвокат, вы заберете там поговорим. Подозреваемый был взят под стражу. Сотрудники полиции вполне резонно предположили, что человеку порядочному и имеющему добрые намерения такой арсенал с собой вроде бы и ни к чему. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления дополнительных доказательств вины Мехтиева. А пока возбуждено уголовное дело лишь по статье о незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.